Ой, всем привет, на канале влог Лиза, и сегодня я еду в Черногорию. Сейчас будем дособирать вещи. Паста. Щетка. Шпик. Я беру эти лаки. Они у меня на моих ногтиках наносили. Идем проверять список. Одежда полностью собрана. Пляж, купальники, тапочки, маска. Так. Это собрано, это тоже. Дальше все нужно собирать. Гель для душа, гель для волос и кондиционер. Мои крутые тапочки. Так, гель и бальзам. Итак, я уже собрала полностью все вещи. Сейчас увидите результат, каким сам список. Найдите хоть один пропуск в галочках. Хоть один. А сейчас я смотрю свой фильм про гимнастику. Итак, сейчас мы уже вызываем такси и скоро поедем. Теперь мы просто ждем такси, когда оно за нами приедет. Алло. Это мой папа. Хорошо, украинская рынка, карта Виза, там MasterCard. Я говорю, ну, да, уважаем, я на эту сумку. Так, Лизка, давай, нам надо погружаться. Сними. Это наши апартаменты, которые мы тут арендуем. Вот такая красота тут. Нам предоставили тут пиво, воду, колу. Я возьму одну колу. И пойдем на балкон. Здравствуйте. Так. Роскомздрав не запретит. Я сижу на балконе, у меня высыхают волосы. Я тебе двух девчонок всколыхну. Итак, как вы видите, мы снова на пляже уже который раз за день. Ну, второй, если точно. Вот, и мы сейчас обсыхаем, потом опять идем искупаемся. Идем в номер, моем голову. Уже сейчас 6:30 где-то. Приблизительно. И мы идем в номер для того, чтобы помыть голову, высушиться и потом пойти на ужин в ресторан, который нам посоветовала одна женщина. Тут мясо кальмара. Понятно.
сказал, что посмотрю потом. Итак, я только что помыла голову, и у меня поступила информация, то, что у меня вчера вечером, в 11 часов вечера, сперли телефон, когда я его оставила в сумке, а сумку оставила на ступеньках. Моя вина присутствует, но вина моих родителей, соответственно, тоже. В общем, мы сейчас поедем в квартиру к маминой бывшей начальнице. Мы там будем уже в пятый раз. Вот здесь вот фотка. Да. В общем, у нас там обезьяна, и я сейчас сделала математику. Скорее я ее сделала. У меня сегодня в 2:30 по нашему чернокурскому здесь времени. У меня будет математика, и я смогу сделать где-то там задачку 7, 8, 9, например. Но всего их там 11. То есть мне нужно их сделать до конца отдыха, потому что потом у меня начнется школа, будет 1 сентября, и мне нужно будет срочно уже это все сдавать, эту тетрадь. Я списала 30 с чем-то листов, вот здесь вот это все списано, ни одного пропуска, вот, тут уже задачка 7 идет. Сейчас последний день, да? Да. Я сижу с мамой и хочу спросить, задать тебе один вопрос. А как твои ощущения в последний день? Хочется отсюда уезжать или совсем нет? Нет, здесь очень хорошо. Особенно, когда видишь дельфинов. Особенно, когда видишь, как твой ребенок плавает там, где плавают дельфины. Это вообще потрясающе. Короче, до завтра. До следующего раза, мой дорогой и любимый дом. Поездка, мне все очень сильно понравилось. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте подписаться на канал Влог Лиза, поставить лайк вот этим роликом. И не забудьте поставить на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые прекрасные влоги и другие видео. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока!